Дональд Трамп вновь может называть себя победителем. В очередной супервторник он добился победы среди республиканцев в 3 штатах из 5. Одна только Флорида, где действует правило «победитель получает все», принесла ему 99 голосов делегатов партийного съезда. Нам надо объединить нашу партию. Уже сейчас происходит нечто, что делает ее главной политической темой повсюду в мире. Все пишут о ней, по всей Европе, по всему миру о ней говорят. Миллионы людей приходят голосовать. На этом фоне о прекращении борьбы объявил Марко Рубио, сенатор из Флориды, потерпевший в родном штате поражение. Он поздравил Трампа, однако не преминул подчеркнуть свою обеспокоенность происходящим. Политика ненависти приведет не просто к расколу нашей партии, а к расколу нашей нации. Она приведет к тому, что буквально все начнут ненавидеть друг друга из-за того, что придерживаются разных мнений. То, что мы сейчас оказались в таком положении, неудивительно. Признаки этого были видны уже десяток лет. Сенатор от Техаса Тед Круз заявил, что ждет поддержки от сторонников выпавшего Рубио. При этом в Огайо победу удержал губернатор этого штата Джон Кейсик. По мнению наблюдателей, это несколько подогрело интерес к республиканской части праймериз.